Здравствуйте! Мы сегодня будем открывать игрушку. Сейчас коробку порвем и увидите. Ножницы нужны. Тем можно и так порвать, вроде бы. Тебе помочь? Ладно, давай поможешь. Помочь, да? А то эта коробка непослушная. Я немножечко ей помогла, там отрезала скотч местами, чтобы ей было удобнее открывать. Ну все, мы отрезали скотч, сейчас попробуем открыть. Ладно, не будем кривляться пока. Все, мы определились уже наконец, как эта штука открывается непонятная. Все, наконец! Так, наконец. Так. О, какая красота! Да, чтобы взять и куколку, и то, и еще. Так, сначала попробуем туфли освободить. Так, ноги освободили, осталось тело освободить. А, нет, не все это. Не все, надо еще голову, похоже, освободить. А, все. Я и так уже освободил все. Красивая какая, вся в блестках. Да. Очень красивая девочка. Так. Это кто у нас? Это Блум? Да, это Блум. И вот для нее накидочка такая. Так, осталось Пуню освободить. Ой, а у Пуни-то тут какие резины-то. Нет, не отрезать. Ладно, попробуем это. И тут еще потом надо зарезать. Вот. Волосы, да, волосы освободим потом обязательно, потому что они тут прострочены. А хотелось бы их расчесывать, они такие красивые, радужные. Прям все такие. Надеюсь, это Пуня освободится когда-нибудь. А, мам, я знаю, что ее держит. Что там? Как раз таки веревка, которая не держится на волосах. Все, мы ее наконец-то разрезали. Такое. Вот. Ой. Не до конца мы ее с тобой разрезали. Хвост держится. А вот все, вытащили мы его. Там на резинке он просто был. Ой, какая пони. Радужный единорог. Это не пони, это единорог. У него рог розовый, видишь, из-за лба торчит. Да. О, мам. Ау. Смотри. Что там? Фокус-покус, трунь. Я, похоже, поняла, в чем и волшебство-то. Смотрите. Так, а вообще, я как тигр. А, не на резинке. Так, где ножницы? И, оказывается, кое-что поняла. А что там такое? В чем волшебство? В чем все волшебство игрушки? Да, и в чем же? Так. Может, тебе помочь? Где? Подожди. Это вообще как-то можно разрезать. Смотрите, в чем секрет пони и крыльев. Она ведь единорог, да? Правильно? Да. Фокус-покус, тру-ля-ля. О, к ней можно крылья прицепить, оказывается. Ничего себе. Слушай, какая красота. И будет она с крыльями. И будет она с крыльями. А я еще вот смотрю, какие туфли у твоей куклы. Да. Ничего себе платформа. Я это еще и в коробке заметила, пока мы еще не открывали. Что у нее хрустальные они? Да, у нее хрустальные туфельки. Ух ты! Ну и платформа у хрустальных туфелек. На таком можно ноги переломать. Да уж. И кристаллики. Вот они. Есть еще что-то? Да нет, они, наверное, просто туда воткнуты и все. Нет? Нет, наверное. Попробуй их выдернуть. Никак? Все, мы вытащили кристаллики, и этим теперь можно украшать пони. Вот. К
Красота. Здесь наклеить. А еще, наверное, можно на пони посадить куклу. Потому что у нее, я смотрю, специально спинка заужена, чтобы можно было куклу посадить. Да. Во, как раз. Смотри. Фокс-покс, тру. Фокс-покс, тру, ля, она за пони держится. Во, отлично. Класс, слушай, так классно это все выглядит. Сейчас нужно только с тобой снять вот эту вот. Мы освободили пони гриву. И сейчас можно будет ее и расчесать, и украсить блестками, которые идут в комплекте. Да. И сейчас блестки прям сразу же с клеем наклеены. Это очень удобно. Отклеил, приклеил. И никакого клея своего не надо. Да, действительно. И да. Руки не надо пачкать, да? Да. Ты сейчас будешь украшать пони? Могу сейчас. Давайте сейчас. Давай сейчас. Предлагаю. Да, сразу склеим. Липко. Ух ты! Так, желтый стразик. А еще какой стразик будешь делать? Синенький. Красиво! Красота. Да. А если ее все вот так обклеить? Розовый тоже будешь клеить? Да. Пока же без розового-то. Действительно, девочка и без розового. Слушай, а у тебя единорог? Вот это пони-единорог. Она у тебя девочка или мальчик? По-любому девочка. Девочка почему? Ну, потому что у нее ведь узоры, кристаллики, радужные волосы, а у мальчика. А у мальчишек пони нету ни таких крыльев, ни таких радужных волос, только черные какие-то. И нет кристалликов, и какие-то непонятные машины на коже. Правильно, молодец. А еще у девочки-единорога розовый рог. Да. А у мальчика-единорога какой рог? Черный, можно сказать. Или синий. Да. Или голубой. Да. Или вообще красный. Может быть и так. Теперь фиолетовый кристалл. Давай, наклеивай. А мне девочка очень нравится. Блум. Потому что у нее розовые волосы. Розово-красные такие. Да, их начали делать не просто красными, их начали делать еще и розовыми. Очень красиво смотрится. И вообще она вся в блестках. А, у нее же еще и платье. Такое ледяное. Да. Как лед. Да. Такая. Накладное, накладка на платье. О, смотрите, у меня есть идея. Можно тут ее все обклеить. И под волосами ее все обклеить. Слушай, а если попробовать перекинуть волосы на другую сторону? Гриву. Да. Собрать и на другую сторону перебросить. Там они будут висеть? А, ну могут и с этой стороны. Да, они могут. Они могут вообще перекинуться и там висеть. Угу. Только они как-то там не радужно стоят. Радужнее они стоят вот с этой стороны. Ну да, только их нужно вот тогда перекинуть на эту сторону и еще расчесать. Угу. Да. Ладно. Ой, они все перекинули. Тебе нравится? Да. Во, смотрите, ее можно и пальцем прочесать. Можно. И хвостик тоже можно прочесать. Он уже и так похож причесан. Вот. Гриба до земли. Красота. Сейчас будем обклеивать нашу пони. Наклейками, кристаллами. И что тут? А, блин. Ничего страшного. Под нее просто попало. Да, волосы попали. Цветок. Что-то у нас голубого маловато, заметили? У нас голубого маловато. Добавим его. Фиолетовый.
Цветок. Фиолетовая штучка. Упали. Кстати, очень удобно. Наклейки сразу склеим. Такие кристаллы сразу склеим. Во. Хить. Красота. Во. Очень красиво. Очень красиво. Только вот у меня тут чуть-чуть неровненько. Ничего страшного. Ну да. Ничего страшного. У нас розовый всего лишь один. Безобразие. Надо больше делать. Да. Вот теперь получше становится потихоньку. Полегоньку. Фа. Прекрасно. Прекрасно. Ты с двух сторон будешь обклеивать? Да, красиво будет. Могу еще на попке что-то наделать. На попке? Да. Обклеили ее тут. Теперь будем обклеивать ее тут. Голос перекинем. Ничего, это мы после того, как тут обклеим, поправим. Вот такая вот у нас пони получается. Вся блестящая. Все готово. Вот что у нас получилось. И вот что у нас получилось. Сейчас еще и посадим блум. Крылышками пони. На пони еще кукла. Вообще, мне кажется, красота. Вам тоже нравится? Ставьте лайк. До свидания. Встретимся в следующем видео. Пока.